В столичной водолечебнице сегодня начали прививать милиционеров и работников коммунальной сферы. Они получили первую дозу Пфайзера. Через 3 недели вторая. Это будут работники спецзеленстроя, это будут работники ТДРСУ, это троллейбусное управление, это водоканал, это тирослифт. Ну и наши сотрудники тоже, поскольку мы непосредственно общаемся с потенциально нездоровыми людьми. Сегодня с утра прививку сделали 20 милиционерам. Они приходили в поликлинику в разное время, чтобы не создавать очередей. После обеда вакцинировали работников троллейбусного управления. 14 человек, все пенсионного возраста. Первый компонент Pfizer получил и директор ТТУ. Часть работников троллейбусного управления были ранее провакцинированы. Получили информацию от физиотерапевтической поликлиники уже. Насчет по 2 списки. Возраст от 60 и старше. На предприятии есть уже, которые получили спутник ВИ. И есть люди, которые вакцинированы раньше. Вакцину хранят в холодильниках, в кабинет доставляют в морозильных боксах. В одном флаконе 6 доз. Мы берем оттуда, с того холодильника, и на рабочий день мы имеем в этом боксе. Разводим, и вот оно в течение 6 часов. 6 часов она может находиться. Перед походом в прививочный кабинет обязательный медосмотр. Врачи рассказывают, иногда приходится отказывать вакцинации, когда выясняется, что у людей есть хронические болезни и противопоказания. Причиной отказа может быть и повышенное давление. Тогда пациента просят успокоиться или прийти в другой раз. До конца недели водолечебницы провакцинируют около 120 сотрудников организации, которые наиболее плотно общаются с населением.